See what they can see, they'll shoot past it. Так, лидер. Красиво сбоку, по сухому. Так, а вот и Леня. Леня, или нет? Леня, попытка перевернуть самурай. Пока неудачная. Меня тоже Сузуки взял, да? Так, Леня пытается уходимся. А ну, пойдет он сюда. Вон, видишь? Очень быстро едет. Не прыгает. Этот помешал лидерам. Где? Кто тут ехать хотел? А вон тот Джерри. Передумал. Да, что-то передумал. Да. А что, Фурманша? Да, Рубилова нормальная такое в этой яме. Одна яма шикарная. А таких бы 3-4 подряд. Было бы просто бомба. Или две хотя бы. Юля! Юля! Так, Вова, сошли, что ли, что-то их не видно. Вот такое кино. Леня перевернулся, штурман падает. Хорошо, более-менее. Коллектив серьезный. Давай! 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 Дав
Леня гвоздь программы сегодня. Не зря мы тягу заварили, оказывается. Это жесть просто. Заверх перецепи, Вова, заверх и удержите тогда. Вова, заверх перецепите. Или стань туда, стань ему на порог. Вдвоем станьте, он не перевернется. Мотай, мотай, держи! Тут! А? Леня, мотай, держи! Мотай. А ты можешь так, как пулемет, все руку с камерой, тихо мотай? Да, да. Можно, давай. Вот так сейчас в Харькове верю. Открой дверь, заходи. О, дверь открой. Не берешь, не берешь. Саш, ты мотай, мотай. Откроем двери, отъездим, отбери. Пошел, пошел. Давай, давай, давай. Фотосессию провели просто. Ну, очень красиво нырнул. Безопасно. Машина. Машина крутая, конечно. Так, ну тут лидеры. Два лидера. Это Львов. Да. Западнорудный. Это жесткие ребята. Ром, ровнее зайди, ровнее зайди. Давай, да. Назад еще. Коксу! Вот это оффроуд, вот это праздник. Это оффроуд, вот это праздник просто. Дальше возьми назад. Уже сцепление плохо, видишь, забило уже этим болотом. Плохо включается передача. На лебеде фонарь разбил, но выехал от кенгурятник Паджеро. И пять, конечно, не хватило передка. Не-не. Снял, как я Леню спасал? Да, да. И видел, как я под с того берега вплавь? Нет. Что нет? Тут? Так а нет. Я поздно приехал. А, только что? Я ж моей стропой его тянул. Да, да. У нас лебедка нет, сейчас задом затянемся и встаем. Передняя за 3000 баксов. Вот.
Откуда у вас чистые вещи, скажите, если вы приехали, блин, на этой машине, которая вы купили где-то за 200 гривен? А вы ходом шли или что? Слышь, Люня ныряет в бетон, а Юля стоит на пороге. Ты же стояла в этот момент, да? Она могла головой встретить. Да, да, да. Ты почувствовал удовлетворение, да, в этот момент? Нет. Да, да. Если бы это гранолин был теплый, то это действительно дерьмо бы было. Вот если по консистенции. Ты откуда знаешь? Ты когда трогал рукой последний раз? Оно себя так обнимает со всех сторон, это дерьмо. Так я же потом еще поехал. У меня, чтобы вы видели сидушка, там такой слой был этого гамма. Я так сел, так он так минус один. И я поехал. Вспомнил, как в панке. Так а что, ты вычистили уже все? Да, я подъехал туда с бронзбойта, это все там в кабине, блин, помыл. Все отмылось, да? Все отмылось, только теперь глючат дворники. Я еду, они вот так делают. Так а что теперь делать? Надо ждать, пока дождь пойдет, так не возвращайся в Киев. Надо ждать. Не, ну день шикарный, конечно, рубило вопрос. Мне очень понравилось, такое зачетное было. Я записываюсь в ТР-1. Мне сразу понравилось. Пол круга машинка, делаю, ломается ТР-1. Рулевая тяга. Такая быстрая. Поехали, там сняли. После фразы. Заварили. Заварили. Думаем, что делать? Давай в ТР-2 записывать. Записываем в ТР-2. Миньон вернулся. Все стартанули. Мы выехали к этому блинцу, я говорю, можно мы будем тоже здесь? Поехали в ТР-2. Три круга сделал, перевернулся. Thank you.